И там же, в Запорожье, детективы НАБУ провели сегодня обыски в здании местной обладминистрации и не только. Чем была вызвана такая активизация антикоррупционных органов? Расскажет Сергей Бордюжа. Детективы НАБУ сегодня сорвали все планы запорожских чиновников. Вместо торжественного собрания по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и переговоров по вопросу строительства ветровых электростанций, губернатор и его замы вынуждены были предъявлять незваным гостям документы. За списком мы надавали документы, которые стосуются то, что я надавала. Это материалы наших заседаний коллегий, регламент работы областной администрации, посадовые инструкции и так далее. Обыски проходили не только у первых замов, но и в кабинете главы области. Наведались детективы НАБУ и еще несколько госучреждений, в частности, Госгеокадастр. Что искали в НАБУ, не говорят, но на их странице в Фейсбуке днем появилось короткое сообщение. Следственные действия связаны с растратой чиновниками 115 миллионов гривен, как областного госгеокадастра, так и самой обладминистрации. Несколько прояснил ситуацию губернатор. Он был на удивление в хорошем настроении и сказал, что обысков не боится. А касаются они операции «Урожай-2016». Идея «Урожая-2016» – это было элементарное наведение порядка в земельной сфере между субъектами, которые проводят свои хозяйственную деятельность на территории Запорожской области, для выведения с тени таких субъектов хозяйственной деятельности, для того, чтобы плата за землю поступала в бюджеты громад, а не седала в карманы чиновников. Глава области также заявил, что лично заинтересован в объективном расследовании данного уголовного производства. А пока детективы будут разбираться, кто виноват, местные чиновники уже готовятся к новой операции «Урожай-2017». Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал «Интер», Запорожье.